Парни, всем привет, с вами Винни, и сегодня мы снова на сайте KS-Case, мой любимейший сайт по открытию кейсов, который я очень люблю и очень обожаю, очень сильно мне он нравится. Напоминаю, парни, вам бонус, то, что по моему промокоду Винни, так, пополнить Винни, вы получите 50% депозиту. Также, не забываем про колесо фортуны, которое может выдать очень много балансов. Если вы бьете там слово KS-Case, KS-кейс, вы получите 10 тысяч на свой баланс. 10 тысяч можете выйти очень много приятного, приятности на себе. Также, перейдя по моей ссылочке, вы получите еще дополнительный баланс к вашему депозиту и просто сумму на баланс и бесплатный кейс. Также, в честь Дня Святого Валентина сейчас проходит скидка в 25% на сайте. Поэтому заходим и открываем обязательно. Тут кейсики обязательно. Давайте попробуем открывать. Фарм огненный змей очень интересный. Кейс я ни разу не открывал. Интересно, сколько потребуется, чтобы нафармить этот огненный змей. Ну, ладно. Открыли 50 кейсов, не получилось, ничего страшного. Очень сейчас хорошая, приятная цена на сайте. Кейсики вообще очень дешевые. Давайте попробуем какой-нибудь открыть интересный кейсик. Какой-нибудь интересный. Что-то наподобие, наверное. Что-то наподобие кемпера. Ни разу я его не открывал. Давайте попробуем 10 штучек открыть. Посмотрим, что выпадет. Ну, выпало на 1700. Открыли мы за 1500, в принципе, неплохо, с вами пока на контрактике. О, давайте попробуем открыть лучший CSGO кейс. 10 штучек. 3000 рублей стоит. Смотрим, открываем. Что же нам выпадет сегодня в нем? О, АК-47. О, на 5000 нам выпало. А, ну два клаша. Тогда продаем пока это все. И открываем еще раз. Так. Ну, со второго раза нам не так прибыльно открылся. 1500 рублей все выпил. Вместо трех, ну ничего страшного. Я предлагаю открыть какие-нибудь вот Мариана Ро, 10 штучек. Может быть, что-нибудь выявим. Ну, 1500 потратили, 1500 получили. В принципе, на контракте касаем. Пробуем открыть. Давайте откроем топ-кейс. На два контрактника. И посмотрим, что тут сейчас на выпаде. Посмотрим, что тут есть. Открываем быстро. 2000 рублей. Отлично. Отлично. На контрактик самое то. Давайте сначала попробуем сделать дешевый контрактик. Создать контракт на 500 рублей. Смотрим, что выпадает. 290. Неплохо. Наемник мы оставляем для прейдиков. Создаем еще один контракт на 3000 рублей уже. И выпадает нам 1600. Неплохо, им по 9. Ну и пробуем вот это, наверное, все засунуть теперь. Вот еще 300 контрактов. Создаем контракт. 903. Ну, в принципе, парни, неплохо. Мы нажмем продать все. 10 тысяч на балансе. В принципе, я считаю, что до ролика у вас все. Сегодня в апгрейдике мы не пойдем. Так что всем большое спасибо за подсмотр. Ставим лайки. Не забываем про реферальную ссылочку. Обязательно про промокод на пополнение.
которые до 50% к выполнению. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.